Вы продолжите носить маску, если отменят масочный режим? Этот вопрос мы задали пермякам в нашей группе ВКонтакте. На него ответили 109 человек. 39% респондентов не будут продолжать носить маски после отмены масочного режима, так как очень устали от них. 28% опрошенных признались, что и сейчас не носят маски. Продолжат ходить в средствах защиты 23%. Они хотят делать это ради своей безопасности. 8% респондентов еще не думали об этом, и только 1% будут использовать маску как модный аксессуар. Нет, я и сейчас от нее уже устал. Да вообще бы она закончилась, эта корона, один раз пришла и хватит нам это. И я согласна, чтобы она не повторялась. Планирую, и перчатки тоже планирую. Вот уже как бы безопасность все равно моя личная, я считаю, так. В данные дни вот. В крайнем случае летом я снимать ее не буду. Скорее всего, не буду. Иммунитет работает. Если не будет инфекции, мне кажется, не нужна маска. Но у меня маска с собой, я просто иду по улице. Пока не захожу в помещение, не одеваю. Не знаю. Будет зависеть, наверное, от того, как прирост будет у заболевших. Может быть, какое-то время будут все носить. Может быть и нет. Просто на улице как бы смысла не вижу. Дистанция супер большая.